Ваше доверие я воспринимаю как доверие к нашей Ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет и идеалом которой считаю себя приверженным. Позвольте заверить вас, что, находясь на посту председателя Президиума Верховного Совета, я приложу все свои силы, все знания, весь свой опыт для того, чтобы ваше высокое доверие оправдать с честью. Отказывал никогда в жизни. Или я говорю: папа, смотри, какой ящик большой стоит. Какая большая люстра. А мне же окрасы, она мне нужна. Он говорит: Бога ради вас, Бога. Леонид Ильич принадлежал к той плеяде людей, которые пришли, выросли и закалились в годы самоотверженной борьбы советского народа за упрочение завоеваний Великого Октября, за осуществление заветов Ленина, за построение социализма в нашей стране, за ее свободу и независимость. Рабочий и воин, выдающийся организатор и мудрый политический деятель Леонид Ильич Брежнев был связан с народом кровными и неразрывными узами. Уважаемые товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца выразить вам горячую благодарность и признательность за то высокое доверие, которое вы оказали мне, избрав меня председателем Президиума Верховного Совета Союза СССР. И Соединенные Штаты Америки, и Советский Союз за это важное решение.